Итак, всем привет, это Gadget X. Компания Elephone в скором времени представит новый смартфон S9. Известно, что это будет четвертое устройство на рынке с 8-ядерным процессором Snapdragon 660. Кроме того, оно получит действительно изогнутый по бокам AMOLED-дисплей. По заверениям производителя, экран помимо эстетического эффекта несет в себе несколько преимуществ, таких как более высокая скорость отклика, меньшее потребление энергии, впечатляющая яркость и устойчивость к ударам. Кроме этого, Elephone S9 будет из коробки работать на Android 8. Судя по скриншотам, Elephone S9 смартфон получит дисплей с соотношением сторон 18:9. Также известно, что логотип компании на задней панели будет не зеркальным, как в S8, а светящимся. В довесок гаджет будет оснащен универсальным разъемом USB Type-C с возможностью передачи данных на скорости 10 гигабит в секунду. Также у него будет поддержка быстрой заряд. Операционной системе Android 8.0 Aureo было оптимизировано потребление энергии приложениями, что положительно сказывается на времени автономной работы. Появилось также много новых функций, таких как картинка в картинке для просмотра видео при работе с программами, автозаполнение и смарт-выделение текста, индикаторы на иконках приложений и многое другое. Также новая ось стала более защищенной. Есть информация, что в новинке будет установлена двойная основная камера, но ее характеристики пока не объявлены. Чтобы первым узнать об Elephone S9, следите за новостями на нашем канале.